Йоу, сегодня у нас очередной выпуск, относящийся к таким must-know бифам между легендами рэп-индустрии. Изначально я сам захотел побольше узнать о таковых, потом подумал, что раз мне интересно, то и вам, возможно, тоже будет интересно узнать от и до о подобных разборках. На этот раз давайте разберемся, что к чему было между 50 Cent и The Game, как от работы в одном коллективе артисты перешли к вражде и как все происходило в целом. И прежде чем мы приступим, не забывайте подписываться на канал и влепить лайк под видео. Давайте начинать. Как известно, после выхода микстейпа 50 Cent'а под названием Guess Who's Back, он был замечен Eminem'ом, который впоследствии познакомил 50 с Доктором Dr. Дре, что привело к тому, что 50 подписывает контракт на 1 миллион долларов и примерно в то же время получает собственный лейбл, который называется G-Unit. Доктор Dr. Дре также находит таланта западного побережья в начале 2000-х, стиль музыки которого ему очень нравится. Также этот артист, который ныне известен как The Game, по мнению Дре, был тем, кто мог бы вернуть к жизни затухающий на то время голос Запада в рэп-индустрии. В течение примерно года Дре пытается продвинуть The Game и сделать так, чтобы он взлетел в своей карьере, но он находит это проблематичным из-за того, что припевы у найденного таланта ну никак не получались. Артист не мог освоить принципы того самого цепляющего припева. Дре пытается протолкнуть артиста, помогает ему залететь на фиты с другими артистами. Все вроде как получается, артист растет, но не с той скоростью, с какой хотелось бы. Тем временем трио G-Unit как раз таки взлетели на пик рэп-индустрии и просто рвали все чарты. И тут у Дре возникает идея свести The Game и 50, чтобы 50 помог The Game с припевами, для того чтобы западный артист наконец таки смог выпустить свой дебютный альбом. Идея была такой, что 50 помогает написать The Game припевы, либо просто дает ему своих припевов, чтобы тот мог их использовать. Так что Дре встречается с директором Interscope по имени Джимми Айвин, затем с менеджером The Game насчет того, чтобы сделать The Game одним из участников коллектива G-Unit. 50 также был за присоединение к ним нового артиста, но при небольшой доле сомнения, потому что тот самый менеджер The Game по имени Джимми Хенчман был довольно близок к банде Supreme с самим Supreme во главе в свое время. Суприм были одни из главных драгдилеров и не только в Квинс в 80-х, и Фифти, будучи также из Квинс, в свое время восхищался лидером этой группировки и хотел быть одним из них. Но из-за того, что лидер этой банды, коим являлся Кеннет Суприм, однажды плавно перешел на сторону врага Фифти, известного как Жарул. Отношения между Фифти и Суприм испортились. Более подробно об этом я рассказал в видео о бифе между Фифти и Жарул, так что если вам интересно узнать больше, то вы можете найти информацию там. Так вот, несмотря на сомнения из-за этого самого Джимми Хенчмана, 50 соглашается принять артиста из West Coast, который бы отлично дополнил коллектив. И далее, будучи мастером создания микстейпов, 50 потихоньку начинает внедрять The Game на фиты с G-Unit. Первый раз The Game появился на треке So Hard совместно с 50 Cent и Ллойд Бэнкс на микстейпе Taking It To The Streets в августе 2003 года. Далее The Game продолжает появляться на микстейпах серии G-Unit Radio с 4 по 7 серию, затем выпускает собственный микстейп G-Unit Radio 8, The Fifth Element, который официально представил The Game как участника G-Unit. Вокруг The Game начинает крутиться хайп, люди начинают больше интересоваться артистом, и он начинает готовить к выпуску свой дебютный альбом под названием The Documentary. 50 Cent решает помочь The Game и дает ему два своих трека с альбома The Massacre, плюс на которых он убрал. Треки называются How We Do и Hate It or Love It. Также 50 помогает The Game написать припевы для таких треков, как West Side Story и Church for Talks. И вот альбом уже готов к выпуску, время поднимать шумиху вокруг него, поэтому выходит в свет тот самый трек с альбома под названием West Side Story с 50 на фите. Трек вышел в сентябре 2004 года, не создал должной шумихи, поэтому они решили выпустить трек с 50 на фите под названием How We Do, который был более успешным и дал нужную популярность The Game и планируемому к выходу альбому. Однако примерно в то же самое время 50 также планировал к выпуску свой альбом под названием Valentine's Day Massacre, и как понятно из названия, планировал к выходу на 14 февраля, но вышел в марте 2005, поэтому название сменилось на The Massacre. Даты сменились из-за того, что The Game хотел выпустить свой альбом раньше 50, что, понятное дело, 50 не сильно нравилось. После того, как хайп после трека How We Do поднялся до приличного уровня, The Game начал понемногу зазнаваться и считать себя самым-самым артистом, еще даже до выхода своего альбома. После выхода своего альбома он начал 10 таких артистов, как Джой Баден и даже Jay-Z, что не порадовало 50, потому что он понимал, что Jay-Z был настолько крупным артистом, что мог попросту прикрыть карьеру The Game. Фифти лично созванился с Джей Зи и просил извинения за The Game, стараясь сделать так, чтобы никакого конфликта не разгоралось. Тем не менее, The Game, чувствуя популярность, продолжал совершать подобные глупые вещи, не обсуждая их предварительно ни с Фифти, ни с кем-либо еще. Он 10 диджей из Северной Каролины, на что тот реагирует тем, что попросту отказывается проигрывать его музыку, что снова начинает мешать G-Unit и самому The Game. Поэтому 50 снова совершает звонок и улаживает конфликт с диджеем. Тем не менее, 50 прощает все эти ситуации The Game и все равно оставляет его в G-Unit. Все это ничему не учит The Game, поэтому когда он улетает, делает туры, продвигает свой альбом, он снова скверно отзывается о Jay-Z. Затем, когда он возвращается назад, то он начинает давать кучу интервью, ни в одном из которых не упоминает о... Помощи Фифти в своей карьере, а говори только о том, как сильно ему помог доктор Дре. Он также перестает носить мерч G-Unit. И затем последней каплей для 50 было то, что, несмотря на то, что 50 бифил с Jadakiss и Fat Joe, в интервью с MTV The Game сказал, что он не собирается конфликтовать с ними только из-за того, что 50 конфликтует, что не было подобающим решением как одного из участников своей группы по мнению 50. Да и вообще было неправильным, учитывая, сколько раз ему помогал 50 на протяжении всей его карьеры. После всего этого, во время съемок клипа на Hate It or Love It, 50 не решается даже сесть на соседнее сиденье вместе с the game видео, а вместо этого садится на заднем, что также говорило о том, что конфликт между артистами имел место быть. После съемок этого клипа у Фифти берут интервью на Power 105.1 насчет его альбома The Massacre, который вот-вот был готов к выходу в свет, где ему задают вопрос насчет их отношений с The Game, на что Fifty говорит, что The Game больше не участник G-Unit, это было официальным началом бифа между артистами. После этого, во время интервью с Hot 97, The Game спросили, что он думает о том, что сказал 50. Кстати, до этого момента Game не знал, что 50 больше не признает Game как участника группы, и The Game ответил, что он не будет концентрироваться на этом, а вместо этого сконцентрируется на музыке. Далее случилось так, что 50 Cent давал интервью на Hot 97, и The Game, будучи в то время в Нью-Йорке, услышал, что 50 говорит о нем на радио Live и решил навестить его. Когда 50 узнал, что The Game находится прямо у студии, он прямо-таки бросает давать интервью и выходит со своей банды навстречу The Game и его банде, где и случилась перестрелка между артистами, в результате которой один из ребят The Game получил ранение в ногу. Арестованных не было, но вскоре после инцидента на годовщину смерти Бигги артисты решают вместе встретиться и замять весь конфликт публично. Как лично я думаю, дабы успокоить всю активную деятельность со стороны полиции по отношению к артистам. В итоге так и произошло. Артисты встретились на благотворительном мероприятии и пожертвовали в сумме 253 500 долларов. И вроде как на этом их биф должен был бы закончиться, но понятное дело такого не случилось. После этого The Game улетел делать тур, откуда до 50 долетели новости о том, что The Game скверно отзывается о нем и об остальных участниках G-Unit. 50, недолго думая, в последующих интервью начинает просто парафинить The Game, говоря, что он не гангстер, а стриптизерша и что он даже толком не умеет делать рэп. После всего этого во время The Summer Jam в июне 2005 случилось реальное представление о The Game. Во время своего выступления он начинает просто закидывать 50 и всех участников G-Unit скверными выражениями со сцены. Затем выбрасывает свою цепь с символом G-Unit в толпу. Далее на сцену вышел человек, одетый в костюм. The game, показывая на него пальцем, говорит, что это крыса 50 Cent. Затем бьет его и все якобы начинают пинать ногами этого человека в костюме. Далее он коверкает название G-Unit на G-Unat. И говорит о том, что все участники данного коллектива ⁇ крысы, и он готов избить каждого. После этого в июне 2005 года The Game дропает микстейп You Know What It Is Volume 3, где на обложке вы можете видеть, как он держит голову 50 в руке в худи G На этом микстейпе находится тот самый дис 300 bars and running, который длится около 15 минут и заключает в себе на самом деле 300 строчек, нацеленных на 50, Young Buck, Lloyd Banks, Tony Yeo и всех, кто хоть как-то относился к G-Unit в то время. После этого трека дис ответа от 50 Cent не было, разве что он только выпустил клип на The Piggy Bank, в котором он и без того задисил кучу других рэперов. В этот клип 50 добавил персонажа по прозвищу Mr. Potato, коим был The Game, но как таковых ответных строк на 300 bars and running не было, потому что The Piggy Bank был записан до выхода диса от The Game. По факту 50 было не до дисов в то время, потому что он работал над своим фильмом Get Rich or Die Trying и саундтреком к нему, поэтому ему было просто не до дисов Ибо он решил сконцентрироваться на своей работе в то время Однако The Game это не останавливало И через буквально 4 дня после выхода в свет фильма от 50 Он дропает микстейп под названием Ghost Unit Где он снова 1050 и G-Unit Дабы сыграть на хайпе вокруг фильма и срубить побольше плюсов для себя Так сказать, to gain cloud на этом Далее The Game продолжает дальше и в январе 2006-го дропает следующий микстейп под названием Stop Snitching, Stop Lying, где снова 1050 и G-Unit. И в придачу к микстейпу он выпускает документальный фильм, в котором он ходит по улицам и спрашивает, где 50 Cent у прохожих, ищет его, дабы его избить. Документалка на самом деле забавная. Hey, hey, The, the, the drink yeah, yeah, the Formula 51. In your store right there, in the market area. And you got the Formula 51. Oh, yeah. I got okay. everything in there. Thank you. Appreciate it, man. You yeah. You ever taste it? Is it any good? It's great. The other yeah, other. Got a little taste to it. Very good. Got a little grape taste to it. 50? Yeah. 50. 50 cents? Yeah. После этого, в феврале 2006-го, у 50 наконец появляется время, дабы ответить на This the Game. Он также подписывает таких, как Mob Deep, MOP на лейбл G-Unit. В феврале выходит микстейп от G-Unit под названием G-Unit Radio Part 17 Best in the Business, на котором находится дис на The Game под названием I'm Not Rich, I'm Still Lying, где он, понятное дело, издевается над The Game, говорит о том, что он не настоящий гангстер, и все это ложь, и то, что даже его брат подтвердил это. Мол, The Game никогда не был участником банды, он был погружен в спорт. Позже в одном из интервью у спросили, кто же участник G-Unit на данный момент. Он ответил, что это он, Тони и Бэнкс, а вот на на находится баг и все еще The Game. То есть 50 все еще был боссом The Game официально. И далее 50 прокомментировал, что The Game должен заплатить ему миллион долларов за альбом, чтобы 50 не ставил свое лого g Unit на него. И если он не заплатит, то 50 может спокойно прилепить это лого ему на лоб. Также в том же месяце один из новых участников лейбла G-Unit Spider Lock выпускает микстейп под названием Banga Doshies, на котором он в основном сконцентрировался на дисах в сторону The Game, так как он принадлежал банде Creeps, а The Game — к противостоящей банде Bloods. The Game ответил ему на дис треком 240 Bars, где он называет Спайдера просто шуткой и также называет его фейк крипом. После этого Spider Lock отвечает The Game микстейпом серии G-Unit Radio, который в основном сконцентрирован на дисах в его сторону. И далее, в конце концов, G-Unit выпускают целый микстейп, посвященный дису The Game, также присоединив этот микстейп к серии G-Unit Radio под номером 21, который называется Hate It or Love It, на обложке которого они сделали The Game, одетого как стриптизершу. На этом микстейпе 50 высмеивает эмоциональную нестабильность The Game в треке Stop Crying из-за того, что в шоу Change of Heart в 2001 году его девушка пожаловалась на то, что The Game слишком эмоциональный и плачет каждый раз, когда у них возникает какой-то аргумент. Где также она говорит, что The Game пытается вести себя как мачо постоянно, но на самом деле находится далеко от такого типа. В сентябре 2006 года The Game отвечает диссом 100 Bars The Funeral, который в основном направлен на трек Ллойд Бэнкса под названием Hands up. Этот диск немного сместил весь биф в сторону между The Game и Lloyd Banks. Следом за этим в октябре 2006 года Lloyd Banks полностью посвящает свой фристайл на BET Rap City дису The Game. The Game ждет, пока Lloyd Banks выпустит свой альбом Rotten Apple вслед за этим фристайлом и дропает на него диск под названием Sound Scan. В этом дисе The Game высмеивает тот факт, что продажи альбома Banks а были в разы меньшими по сравнению с предыдущими альбомами G Unit. Это на самом деле было так, это был первый альбом со времен G Unit, когда альбом продал лишь 192 тысячи копий за две недели, что было первым таким нехорошим переворотом для G-Unit. После этого The Game решает сделать предложение 50 замять Би в первый раз, мол, решить это все по-взрослому. Снова начать делать музыку совместно и дает 50 сутки на размышления, но не получает ответа. Затем в ноябре 2006 -го года The Game дропает свой второй альбом под названием Doctors Advocates, в котором говорит, что между ним, 50 и Jay Z теперь все нормально. Но это все не принимает значения для Ллойд Бэнкса, и в декабре 2006 -го года он выпускает микстейп More Money in the Bank, в котором жестко диссит The Game, предлагает ему прикончить себя называет снова эмоциональным и нестабильным и прочее. Биф продолжился и в 2007 году стал только хуже. В марте Тони Ею вместе с другом по имени Лоуди Мак замечают сына менеджера The Game Джимми Хенчмана, идущего к отцу на работу, и решают припугнуть 14-летнего парня, чтобы он передал это отцу. В результате чего Мак ударяет подростка и угрожает ему пистолетом. Естественно, сын по итогу жалуется отцу на произошедшее. Тони Ею и Мак арестовывают и в итоге Мак получает два года, так как именно он ударил парня и пригрозил ему оружием. А вот у Ею адвокат был получше, поэтому ему дали лишь 10 дней отработки в комьюнити сервис. После выхода из тюрьмы Мак был убит, а Хенчман арестован и на пожизненно заключен в тюрьму из-за того, что именно он заказал убийство первого. При всем этом убийцей, которому заказали Мака, оказался человек, который был его другом в тюрьме, что не может не шокировать. Так же, как оказалось, Хенчман многократно пытался посодействовать убийству Тони Ею. В машину Ею стреляли не один раз, но, к счастью, в этот момент он находился в другой бронированной машине и видел все это. Также в дом его матери стреляли с оружия с глушителем 22 раза. Также было две попытки убийства 50 Сента, которые были просто чумные, словно боевик какой-то. Первая была совершена лично Хенчманом, когда он остановился в своем форде возле дома 50, уже достал оружие, но был осведомлен тем, что на его хвосте была полиция, поэтому его план не сработал. Вторая попытка была еще безумнее, потому что у Хенчмана созрел план подорвать машину 50 вместе с ним, раз пристрелить его попросту не получалось. Однако 50 знал об этом плане, поэтому он и его люди решили сделать предупреждение Хенчману и оставили мертвую крысу на пороге его дома, продолжив это таинственными звонками ему домой. Все знали, что Фифти не пересмотрел фильмов, а реально знал, что делает, потому что это на самом деле то, кем он является, что добавляет только больше безумства всем этим ситуациям. Поэтому после того, как Хенчман обнаружил крысу на пороге дома, он прекратил все свои попытки хоть как-то навредить Фифти. Все это показывает настоящего Фифти и лишь подтверждает то, что о нем говорят все, кто его знает лично. Это также показывает, что Фифти не из тех, кто просто может сдаться и навряд ли это допустит Особенно после того, как весь биф завертелся настолько, что вышел за пределы музыки. После ситуации с сыном Хенчмана биф между The Game и 50 Cent подугас, ибо это могло привести к еще большим потерям для обоих, именно в плане жизни тех, кто с ними рядом. И с тех времен обе стороны больше концентрируются на своем творчестве и выпуске своих альбомов. Однако позже, когда Янг Бака выгоняет с G-Unit, The Game пользуется возможностью и делает совместный с ним диск в сторону G-Unit. В интервью с G-Unit к ним летит куча вопросов по понятной причине, и Ллойд Бэнкс лишь отвечает тем, что The Game стоило не просто пытаться совершить самоубийство, а реально стрельнуть себе в лицо. Это был комментарий на интервью с XXL, в котором The Game сам сказал, что хочет убить себя. Позже, когда между Рик Росс и 50 Cent начался бив, The Game снова сменил мнение и сказал, что впервые за 4 года он скорее на стороне 50 во всем этом, что снова было непонятным для многих. Но это ни к какому перемирию не привело. После смерти Майкла Джексона в 2009-му The Game снова берут интервью, в котором спрашивают о том, правда ли это, что Майкл Джексон и Диди пытались замять биф между ним и 50. Он подтверждает это и говорит снова, что с бифом покончено и извинился перед 50, сказав, что он настоящий мужик. Но по понятной причине G-Unit не восприняли извинения, потому что The Game постоянно менял свое мнение насчет этого на протяжении нескольких лет. И немного погодя, после этого 50 выпускает дис на The Game и Young Buck а под названием So Disrespectful. В 2010-м The Game отчаянно пытается восстановить G-Unit и сделать все, как было прежде. Конкретные дисы заканчиваются, проскальзывают лишь строки тут и там, на этом все. Естественно, у 50 спрашивают в интервью, что он думает насчет The Game снова в G-Unit, на что он отвечает, что никогда не закончит биф с ним, потому что один день он хочет вернуть все, как было, а на следующий посылает их, лишь бы только извлечь пользу для себя и своих проектов. В сентябре 2011 года 50 Cent дропает трек под названием Love, Hate, Love или Love Me, Hate Me, Then Love Me Again, где он посвятил несколько строк The Game и сказал, что написал несколько треков The Game и что The Game не настолько талантлив, насколько талантлив 50. Следующий диск на The Game и Young Baka был в треке My Life с Eminem на фите где 50 снова скверно отозвался о The Game, но позже прояснил ситуацию, сказав, что трек был записан двумя годами ранее. В 2013-м история с The Game снова повторилась, он хотел снова восстановить G-Unit, на что 50 сказал то же, что и в прошлые разы, мол, что у The Game 7 пятниц на неделе. Так и произошло, позже The Game выпустил трек под названием OKE, где послал 50 снова. Далее в 2014 году G-Unit все-таки восстановились, но без The Game, на что The Game среагировал без капли негатива и сказал, что это было хорошим поступком со стороны 50. После этого, вплоть до 16-го, никаких высказываний и действий в этом бифе ни один артист не осуществил в сторону другого. Однако в 2016-м 50 Cent запостил совместное фото The Game и Lloyd Banks в Instagram, где написал «Что вы видите, когда смотрите на эту картинку? Я вижу замешательство. Я не уверен, что это так только для меня. Я как раковая опухоль, со мной не состаришься. Я никогда не жаждал проблем, но на самом деле это и не проблема для меня. Я другой. Вопрос не в том, как я чувствую себя по отношению к к этому, а в том, как Лоуди Мэг чувствует себя по отношению к этому. Некоторое дерьмо лучше просто оставить и не прикасаться к нему. Все это говорит о том, что из-за смерти Лоуди Мэка 50 никогда не оставит весь этот биф позади, даже учитывая то, что The Game не был напрямую тем, кто содействовал смерти Мака, а был лишь зачинателем всего конфликта и даже многократно сам пытался замять весь биф на протяжении многих лет. И совсем недавно случилось так, что 50 встретился с The Game в одном из клубов, но никакого конфликта между артистами не было. Закончилось тем, что The Game купил несколько бутылок водки 50 на сумму около 8 тысяч долларов и позже сказал, что напиток достойный. В итоге, вроде как, конфликт был исчерпан. Позже артисты снова пересеклись в одном из клубов и пообщались. На этом, вроде как, все и закончилось вплоть до сегодня. Вот такая вот история бифа, друзья. Я снова постарался рассказать все детали и упомянуть все моменты в нем. Пишите в комментариях творчество, какого артиста вам нравится больше, ибо на данный момент оба артиста довольно крупные во всей индустрии, оба сидят плотно. И как обычно, пишите свое мнение по поводу всех этих разборок и что вы думаете обо всем этом. Не забывайте подписываться на канал, а я жутко измотался и я аури. Чиче.